В центре города Смоленска есть множество мест, история которых исчисляется веками. Успенский собор, крепостная стена, храмы XII века. Но есть всего одно, сравнительно молодое, но для нас знаковое место. Не так давно, в году 1952, 2 сентября, был сделан первый шаг в жизни школы у Никольских ворот. Это было нелегкое время. В трудные, но овеянные духом победы послевоенные годы началась летопись 6-й школы. Первую страницу в эту летопись вписали 1287 учеников. В стенах школы зазвучал детский смех, позвала на уроки и перемены веселая трель школьного звонка. Вместе с учениками к первой странице истории школы прикоснулись сердца и души педагогов. Их знания заложили фундамент для школьного образования, подчиненного задачам воспитания. Весть о новой школе разлетелась по всему Смоленску. Маститые педагоги, их воспитанники – вдохнули жизнь в здание школы, яркую, творческую, незабываемую. Ритм жизни школы определяет ее директора. Ольга Семеновна Морозова, Анатолий Петрович Новиков, Иосиф Константинович Новиков, Светлана Александровна Сончик, Татьяна Сергеевна Теслина, Анна Дмитриевна Копол, Сергей Сергеевич Орлов. Каждый директор стремится строить школу, соответствующую своему времени. 7 директоров. 7 вех в истории школы. 7 глав в ее летописи. 6-я школа в стране советов. Это школа, в которой царили дух коллективизма, пионерия, комсомол, вера в светлое будущее. 6-я школа времен перестройки – это время исканий, определения нового пути. 6-я школа в эпоху демократической России – это сплав традиций и инноваций, время сотрудничества педагогов-профессионалов и юных учителей, становление нового поколения 21 века. Новому веку уже 17 лет. 6-я школа в будущем – это фотография, на которой нет ее будущих поколений. Но жива надежда, что каждый год начало осени будет продолжением славной истории нашей любимой 6-й школы. Школы у Никольских ворот. Created using Powtoon.